Приветище! Это Колобковая братва, и мы находимся в мире, где существует бесконечный цилиндр, математик и его злостные прислужники, которые хотят нас уничтожить, чтобы мы не разломали весь этот мир к чертям. Ну, в смысле, чтобы мы не узнали их тайну. В общем, в прошлой серии мы добыли офигенную мутацию, которая позволяет нам из разных вещей, допустим, грибов и камней, комбинировать снаряды. Вообще разные снаряды, все зависит от того, что закомбинируется, что замиксуется. И вот, у меня есть уже готовенький один снаряд. Мы сейчас его пульнем вот в это существо мохнатое. Как я называю, мохнатая жопка. И посмотрим, что с ним станет. Оп, промахнулись, блин. О, оно было какое-то огненное. Ладно, давай еще один снарядик сделаем. Ну-ка. Давай вот отсюда пульнем. Целых два снаряда в него улетело. А ему пофиг. Воу, они там еще тоже повзрывались. Осколочное было. Ладно, давай вот этого челдобречка возьмем. А, вот рыбу давай возьмем. А что это за рыба такая? Стой, подожди, я такой не видел. Интересно, какая рыбеха. Она комбинируется. Нет, не надо. Сейчас этого не надо делать. Черт, не успел. Давай, короче, я сейчас возьму жаробасину. Здесь есть еще одна такая рыба? Не видно нифига. А, вон, есть. Вот этого чувачка тоже надо будет сейчас взять. Рыбка, стой. Да, я тебя хотя бы изучу. Доплыть бы до тебя. Это базабу. Черт, выносливости нифига не хватает. Ну вот, я допрыгнул, я не могу утонуть. Есть. Базабу, иди сюда. Иди сюда, говорю. Давай засосем еще одну рыбку. Вот рыбку. Пускай она комбинируется. И сейчас еще возьмем муху вон ту, мушечку. Посмотрим, что мы из нее сможем получить. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Есть, поймал. Да, засосали. И вот это тоже возьмем. А, все, места нету больше. Короче, все равно у нас получается осколочные гранаты. Ну, допустим. Идем бомбить жопастика. Жопастик, лови. Ух, сколько я ему туда накидал. Бах. И сейчас осколки должны взорваться. Нет, это безосколочное было. Ну, короче, ладно, хорош зацикливаться на жопастике, он какой-то неубиваемый. Пойдем еще раз попробуем поймать ту рыбку, которую я хотел захомячить. Вон она. Она прям к нам плывет. Вот сюда, в ручечки, в хоботочечек. Давай. Главное, не испугайся. Я сейчас бомбочку сделал. Кавабунга! Иди сюда, говорю. Иди сюда. Вот. Ну, отлично. Все, эта рыбка есть. Теперь осталось найти еще одного колобка, который примет эту мутацию. Поскольку мы теперь обладаем справочником крутым, мы можем посмотреть, что эта рыбка нам даст в принципе. Где эта рыбка? Рыбулечка. Вот она. Базабу. Агрессивный. А какую форму-то она нам даст, если мы съедим? Непонятно. Не видно. Нужно съесть, чтобы понять, что она нам даст. Ух ты, ты посмотри, что я нашел интересное. От столпа идет луч, который нас привел сюда, к сфере какой-то. Это не воскрешение ли? Подожди, по-моему, это воскрешение. Взаимодействовать. Пожалуйста, воскрешение. Племя, смерть. А что значит облако? Так, короче, я могу воскресить. Ну, давай самого дорогого, Тева, значит. Хочу воскресить. Еще хочу, еще. Значит, Хуга, Гом. Вот, Гом, обязательно Гом. Давай воскрешаем, он нам нужен. Отлично, нас теперь уже пятеро получается, правильно же? А максимальное количество, которое у меня в банде может быть, я не помню. Смотри-ка. Гротма! 8 пыльцы! Офигеть, а Хуга 6? Ладно, давай еще Гротма. Хотя Хуга может быть, не знаю. Ладно, Гротма давай. Гротма. Отлично, наш 6. Офигенно. Но я зрат на пыльцы потратил. Итак, воскрешаем всех оставшихся. Да здорово, братва! Все в сборе, офигенно же. Бригада отряда Колобков. Е-е-е. Спасибо Стеллам за воскрешение моих братюньков. Ну что ж, поскольку у нас пополнение, я предлагаю кого-нибудь эволюционировать. Вот, например, Тево. Отдаем ему рыбу. А, кстати, камни еще. Камни Гому отдаем, потому что он у нас перерабатывает их. Ну и давай эволюционировать. Где у нас Тево? Вот. Съедай рыбку, посмотрим, что она даст. У него ноги попрыгайки и хобот труба. Ой. Электро... Генная кожа позволяет Требуму создавать электрические разряды, оживляя спутников. О, это же медик! Медик у нас теперь появился! Круто!
Офигенно. Он будет оживлять мертвых трибумов. Это же, вот это мне фартануло. Очень классная способность, классная мутация. Правда, мы лысенькими такими стали. Но ничего. Значит, возвращаемся к нашему пупсику, зомби. Он у нас пока что будет главарем, поскольку в нем много всего вмещается. И он, кстати, отвечает у нас еще и за кухню. Вот как раз настало время похомячить. О, новый снаряд у нас какой-то сейчас появится. Интересно на него посмотреть. Сейчас найдем какое-нибудь чудо-существо и пульнем в него. Я снова вернулся к жопастикам, блин. Ну ладно, давай в него снаряд пульнем. Посмотрим, что это. Блин, целых два. Это электрошокеры, что ли, какие-то, или что? А, токсины. Оп-оп, ого! Укокошили, наконец-то! Фига себе. Есть какая-то мутация у него, нет? Мутация! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мутацию надо забрать, ребята, 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 забираем мутацию. Забираем мутацию и бежим отсюда, бежим! Мне показалось, или кого-то у меня сожрали? Какого-то одного трибума. Так, да, кого-то мы потеряли, походу. Черт, кого-то сожрал, негодяй. По-моему, он Тева съел. Нет, Тева у нас с собой. Кого он сожрал? Пухляш у меня с собой, пойдем посмотрим. У меня есть воскрешатель. И черт, у меня перерабатывается мутация, которую мы только что добыли. Вот эту вот. Ужасная масса, извергаемая неможором. Угу. Значит, мы ее перекидываем вот сюда. Выбираем электрошокера нашего. Где-то тельце должно остаться здесь. Если его, конечно, не сожрали. А его, походу, сожрали. Черт. Только воскрешил паренек и все того. И знаешь, кого сожрали? Блин, у кого... Ну почему так? Тот, кто умел комбинировать снаряды. Я профукал очень ценного игрока. Ладно, пойдем до воскрешающего камня, придется его воскресить. Камень здоровый, я снова к тебе вернулся. Нужна помощь. Еще одна, последняя. Пумба, вернись к нам, пожалуйста. 7 пыльцы нужно. Все, Пумба у нас. Теперь я хочу съесть ту штуку, которую мы получили от Джапастика. Кто же ее съест? Давай Готма. Посмотрим, что она даст ему. Готма. Где ты у нас? У него 3 глаза. Тройной хобот. Ну ладно, думаю, не страшно. Ешь. Посмотрим, что тебе это даст. В кого-то превратишься. О-о, яростный хобот постоянно шумит. Зачем я его съел? О май гарбл, он теперь будет постоянно брехчать, что-то там говорить, как старый дед. Так, знаешь, что я думаю? Я думаю, что надо ворчуну другую мутацию срочно съесть. Вот эту вот, например, чтобы он перестал ворчать. Давай-ка ешь, будет полегче. Мне кажется, ли кто-то на нас хочет напасть. Хобот мы, значит, поменяли, но на нас тут нападает со всех сторон. Надо срочно снаряд сделать. Снарядик, снарядик, снарядик. Запасаемся вот этими штуками. Во-во-во, вот этого тоже давай. Все, снаряд делается, отлично. А мы пойдем мстить. Мстить за нашего бомбического колобка, за которого я сейчас играю. За то, что его съели. Вон тому существу. Именно это существо его сожрало. Вроде бы как. Обходим дерево. Чтоб оно в нас не плюнуло. Эй, аккуратно, аккуратно. Ребята, обкатываемся. Так, и начинаем. Мы знаем, что токсичные снаряды, они самые крутые. Так, первый снаряд, второй, третий. Ох, как досталось-то ей. И моему колобку тоже одному досталось. Понятно, он убежал. Делаем еще один снаряд. Я все-таки добью это существо. Хочу посмотреть, что с него выпадет. Снарядик готов, стреляем. Ну-ка, 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 ну-ка. Прям в нос, о да. Ну падай давай. Черт, он все равно идет, бежит. Ускоряемся. Трихобот смотрит на нас, мы смотрим на него. Чуть подальше отойдем. Вот так вот. Ну-ка. Опа. Черт, далеко снаряд распылился. Сейчас мы попробуем его вот в эту... Сдох. Капец, 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 куда ты его потащил? О, наконец-то он слег. У нас где этот воскрешатель? Воскрешатель, доктор, срочно, 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 давай, иди сюда, иди сюда. Воскрешай его как... О, забавно. И вот она фигня вот эта выпала с него. Давай засосем, посмотрим, что это такое, какой-то язык. Давай, эволюционируй. Посмотрим, что это за фигня. Плюс 40 жизни. Офигенно. О, это вредная мутация, портит зрение трибумов. Че, всех что ли?
слабые глаза. Ну, ё-моё. Давай переключусь на кого-нибудь другого. А, нифига, у всех, походу, да? Нет, у этого норм. Смотри, что у него с глазами случилось. У него вместо глаз вот эти штуки, которые он съел. Ну, блин. Ну, короче, через 3 минуты это все должно пройти. Ты заметил, что мы двоих уже убили монстров, и у всех вредные мутации. Одна мутация — говорун, дед Пердун, и другая лишает зрения. Ну чё, ребята, все, глаза восстановились. Вот он, наш трёхглазик. Глазки в норме, нету этих больше свистков у него. Ну, погнали, выбираемся отсюда, тут больше нечего делать. Бежим к следующей стеле. Оп-оп-оп, по камушкам, по бугорочкам. Здесь у нас яйцо можно было вырастить. Объезжаем. О, нифига себе, а что там такое круглое и большое? Ты видишь? Интересно. Ой! Вот это старика надо объехать и отсканировать заодно. Отсканили, отлично. А мы уже близко к стеле. Главное, чтобы там никого не сожрали. Бежим, бежим, бежим. Выносливость закончилась. Давай же. Светящаяся кожа у нас в деле. Мох весь свой убрали. Ой, мох. Пушок. Пушок и мех. Мох. Почему мох-то, ё-моё? Вообще не понимаю. Все, вот она, эта стела. Я рядышком, токсины. Ядрен батон, надо по-другому объехать. Успеем, успеем, успеем. Есть время. Вот так вот. Ну же, колобочек, ну! Пухляшочек, давай! Чуть-чуть, вот. Блин, боковым зрением вижу, что нам сейчас может быть хана. Все колобки забегают сюда, срочно! Есть, активировали. Колобки, все здесь? Да, чудесно, все здесь. Фух. Фух-фух-фух. Так, что мы здесь имеем? Я вижу луч, который нас ведет к кубу. Пойдем посмотрим, что тут. Что за куб? А, там можно таланты же вкачивать, точно. Так, стопы. Математик снова здесь. И он уже притащил какую-то приблуду с собой. Что это такое? Злой гигант со страшным именем вернулся. На что он охотится? Каких монстров он позовет в этот раз? Да, интересно, кого ты позовешь, математик? О, смотри, он что-то делает, он кидает. Он кинул это копье, и оно теперь вон там, он светит. Пришел такой, фонарь воткнул. И смотри, уходит. Он реально уходит, что? Ну да, перепрыгивает через цилиндр. Короче, это копье. Оно светит, и если я в этот свет попаду, то мне хана. Сейчас будем тихонечко туда пробегать. Ой-ой-ой, главное, чтобы не обрушился мостик. Ребят, вы куда вниз-то? Вы чего? Отсканим сейчас. Смотри-ка, а там... Ой, обвалился. Черт, мост все-таки сломался. Там внутри, в этом фонаре, что-то живое, по-моему. Или, может, это механизм был, я не знаю. А вот это что такое? Подожди, убегаем. А, он таланты забирает, точно. Свет отбирает наши способности. Капец. Ребята, не попадайтесь ему. Не попадайтесь. Вот это что такое? Блин, и это тоже отбирает. Капец. Ладно, поднимаемся наверх. Так. Скорее. Черт! Трибум! Сожрали, нет! Трибуму нужно было защищаться от ужасного света существа. Может, что-то поблизости для этого поможет нам? Черт, у меня пухляша сожрали. Я очень зол. Ладно, давай еще разок. Нет. Прыгаем вниз. Так. Давай, покатились. И вот сюда. Заходим сюда, срочно. Фух, есть. Как бы нам сбить этот фонарь? Сейчас придумаем. Ищите еду, вам нужно поесть. Сейчас покушаем, тут что-то есть. Значит, нам по-любому нужно качать желудок опять и выносливость. Все остальное фигня. Смотри, что я здесь заметил. Я раньше не обращал на это внимания, но здесь трибум. Как будто его проекция, я могу взаимодействовать с ней. Это старейшина? Да, я взаимодействуем. Что-то он, может, нам покажет? Воспоминание какое-то? Трибумы собрались вокруг таинственной проекции. Они думали, что это старейшина.
«Это записывающий бассейн», — сказала проекция. «Это сообщение поможет вам». Ну, круто. «Я знаю способ навсегда наделить свое тело силой этой мутации и защитить его от злого света наших врагов». О, то, что нужно. «Вы должны научиться использовать эту формулу, как я задолго до вас. Или у вас никогда не хватит силы продолжить борьбу нашего народа». Трибумы поблагодарили видение, так и не узнав, что оно их не слышало. Так, у нас открылась ветка способностей. Да ты что? Комбинируйте, чтобы защитить мутацию. Яйца и вот этот вот хлопок. Пушок какой-то. Хорошо, я понял. Хобот с фильтром. И эту способность обязательно нужно защитить. Продолжаем. Все, выходим отсюда. Спасибо тебе, старейшина. Ну, я предлагаю тут тогда заканчивать. Когда трибумы уже выходили из пещеры, видение заговорило вновь. Что же она сказала? «Если вы сбились с пути и беспомощно блуждаете, посмотрите на небо, найдите небесного змея. Узнать его можно по хвосту, свисающему из облака, где змей размышляет о небесных делах. Эти змеи сторожат дорогу к мудрейшему из нас, который укажет вам путь к спасению». Трибумы хотели попросить видение присоединиться к ним, но не успели они заговорить, как видение исчезло. Как голоса в их сознании. Это было лишь воспоминание. Ну понятно. Но мы еще не готовы выходить на самом-то деле, потому что я еще не все камни собрал и еще не прокачал способности. Значит, прокачиваем выносливость. Благо у нас пока есть необходимая пыльца, все. Конечно же, гом еще перерабатывает несколько камней. И возможно, вот сейчас посмотрим, сколько пыльцы у нас будет. Из двух камней, ну фигня. Как бы больше я здесь пыльцы не получу, можем отсюда смело выбираться. И будем искать вань те штуки, которые помогут нам защитить способность. То есть яйцо и пушок. Аккуратненько отсюда вылазим, чтобы нас не заметил свет. Надеюсь, что он не заметит. Ингредиенты для мутации неуязвимости были под рукой. А, тут рядышком все. Не так-то просто украсть яйцо Летопука. А разбить его еще сложнее. Ай-яй-яй, прячемся сюда, ребят. Ребят, от света уходим. Фух, безопасненько здесь. О! Чтобы у мутации была постоянная защита от излучаемого слугами цилиндра света, ищите в подземных святилищах записи, которые поведают вам об ингредиентах, необходимых для защиты этой мутации. Ну что ж, мы в принципе готовы. Будем сохранять, значит, вот они, этот пушок, забираем его. Ребята, сильно близко не подходите, еще чуть-чуть осталось. Все есть? Ай! Так, у меня летуна забрали. Черт подери. Так, бежим сюда. Скорее. Где-то это яйцо. Вот, отошел отсюда. Давай, слетел, говорю. Черт, еще способность забрали. Ладно, прям так заберу. Оно отошел. Теперь надо разбить это яйцо, срочно. О, капец, у меня все способности забрали. Разбиваем об камень. Есть. Готово. Все, я все собрал. Посмотреть дерево мутаций. Сейчас посмотрим. Вот это, пожалуйста, нам. Зафиксируйте. Смешать предметы. Да, смешать. Мешайте. А, надо зажать. Отлично. Доступ к защитным мутациям можно получить через дерево без необходимости тратить ингредиенты для мутаций. Все. Хобот у нас защищен. И свет нам, ну, никак ничего не сделать для фильтрации воздуха. Видал, да, он хотел забрать мутацию, а нет, не получилось у него. Весь прикол в том, а куда те двое побежали-то? Чунгачкуки, вы что там делаете? Капец. Так, ладно, мутацию я защитил. Теперь я могу тут спокойно бегать, и мне ничего не будет. О, колобки вернулись. Да, конечно, это все печально и обидно, что столько мутаций собирал, и все в итоге потерял. А как насчет пульнуть в него водой? Это же механизм, правильно? Получится, нет? А я не достаю до него вообще никак. Ну, понятно. А, смотри, там глаз. Ты видишь этот глаз? Он прям на нас смотрит, как око Саурона. Офигеть.
Но он ничего сейчас не может сделать, потому что у нас уже нет никаких способностей, кроме фильтрации. Но ее-то он у нас отобрать не может. Все, я думаю, тогда мы можем отсюда тихонечко валить. Забьем болт мы на этот... Ай, упали. Ну ладно, не страшно. Ты что, задохнулся, что ли? Эй, чудик. Можно тебя, в принципе, съесть? О, смотри, я сияю. Интересно, интересно. У нас, между прочим, у Пумбы сохранился один снаряд. Это очень классно. Значит, выбираем его. Пумба, где у нас? Пумба, колобок. Вот он, Пумба. Давай-ка съедай. Да ладно, у снаряда... А, снаряд не успел, короче, скомбинироваться до конца. По всей видимости. Ага, все, у нас водяной обработчик есть. Так, и давай встанем вот сюда, посмотрим, что это делает. Ого! Поднялся подмосток или что, или как? Какая-то ступенька поднялась. Короче, нам нужно искать еще такие же фонари, на которые нам нужно встать. Вот еще один, давай встаем. Там телек какой-то, да? Ты тоже это видишь? Вот так. Еще одна поднялась. А, ну то есть мы таким образом можем мост починить. Вот они, эти лесенки, смотри. Так, и чё? И чё, и чё, и чё? А, еще одной ступеньки не хватает. Я понял. Есть! Последняя ступенька. И мы со спокойной душой можем отсюда выбраться, но там красная стена. Вон она, сияющая. Еще и вон тот бегемот ходит, блин. Чё-то как-то мне не очень-то и хотелось бы туда подниматься. Я там... Он остаток моста сломал. Ну, спасибо тебе, мутант, блинский. Давай-ка мы отсюда попробуем сверху запрыгнуть. О, кстати, стенка стала обычной. Не красной, как была. Оп, нужен, нужен. Есть, перепрыгнули, отлично. Мутант там ходит. Короче, у нас тут малая область только доступна, так что можно отсюда валить. Ну чё, ребятки, побежали, только надо понять, куда, в какую сторону. Ну, наверное, только туда. Я единственное Стеллу не вижу. Хотелось бы ее видеть. Черт подери. Ладно, погнали. На всех своих колобковых скоростях мчим. Только вперед. Назад не обернусь. Какая здесь огромная яма. Я ее перепрыгнул? А, это не яма. Ну и хорошо. Едем, едем. А, вот Стелла. Отлично. О, свисающий. Это же как раз таки небесный змей. По-моему, на него похоже. Сейчас Стеллу активируем. Ладно, назад посмотрю. Ну, пока еще далеко цилиндр. Не страшно. Бежим, 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 бежим. Блин, как бы до него добраться-то, а? В прошлый раз я, когда вот этого змея встретил, он мне ата-та сделал. Он электричество пускает. И мне больно было. Все. Мы Стеллу зарядили. Надеюсь, цилиндр не взбесится, не будет электрошоком долбить. Как он это иногда любит делать. Сейчас пора берем. Снова зима. Блин, надо пушок найти. Сейчас найдем. Ну, цилиндр, давай, вставай. Как он быстро едет-то, а? Мне кажется, что он Стеллу сейчас бомбанет еще. Нет, 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 вставай. Фух, пронесло. Пронес. О, инопланетные всякие чудики летают. Блин, камни хотя бы какие-нибудь согревающие найти. Во, вот он. Вот он, мех. Отлично, берем. Вон и камни есть. Все, хаваем. Хаваем и согреваемся. Отлично. Холод нам теперь не помеха. И огонек еще надо взять. Вот этот огонек. Давайте-ка, ребята, кто у нас еще съест огонек? Вот, возьмите. Смотри-ка, смотри-ка, электрошокеры тут плавают. Надо вцепить. Срочно надо целых два, наверное. Чтобы у меня два спасателя было. Давай, 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 давай. Есть. Значит, колобок у нас будет спасателем. О-о-о-о-о-о-о, вот эта рыба нам тоже нужна. Рыбулечка, иди сюда. Без толстяка жизнь нелегка. Тева будет у нас толстячком. О, да. Телохранилище. Может теперь забивать его едой. И не париться о голоде. О! Вот это существо, я забыл, буквально недавно только его мутацию применяли, но я совсем забыл, что оно делает. Сейчас узнаем. По-моему, третий глаз... Нет, не третий глаз. Что ж оно дает? Сейчас выясним. А, аналитические глаза. Ну все.
Еще хочу себе ноги ласты вон у той рыбки забрать. Сейчас. Опаньки, отлично. Съедаем. А, чудесно. Все, ноги ласты есть, мы теперь можем спокойно здесь плавать и меньше тратить энергии на все это дело. Ну, слушай, мы как минимум половину способностей восстановили. Еще половинку осталось где-нибудь добыть. Но думаю, это будет не проблема, и мы найдем их. Все мутации, которые потеряли. О, сколько камней. Камни, это, конечно, хорошо, но, к сожалению, у меня нет перерабатывальщика. Надо бы его найти где-нибудь. Ну, хотя бы способности давай заберем. Че им тут теряться-то? Ух ты, ух ты, ух ты, третий глаз нашли. Вещь, конечно, полезная, очень. Она поможет нам найти другие мутации, но почему-то собрать я ее отсюда не могу. Как бы не всасывал, давай водой попробуем сбить. О, получилось. Так, третий глаз у нас будет, значит, у Громилы, у Тева. Потому что он здоровяк, в него много всего вмещается. Давай. Есть третий глаз. Ну и давай его настроим на мутацию. Нам нужен генератор пыльцы, чтобы он из камня вырабатывал нам пыльцу. Вот что нам нужно. Гриб камнеед. Давай его искать. Если найдешь, то пиликай. Ну что, тут у нас вроде все. Продолжаем бежать к следующей Стелле. Ну, это было быстро. Расстояние не такое уж и великое. О, смотри, смотри. Сканер заработал. Камнеед где-то здесь есть. Обалденно. Сейчас пойдем заберем. Там, смотри, что происходит, там, смотри. Эх, я думал, задавил он их. Но нет, не задавил. Мне бы их способность пригодилась. Где-то здесь камнеед. Бежим, 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 скорее, скорее. Где-то вот здесь прям. Рядышком. Опа. Наверное, кто-то все же услышал молитвы трибумов. Если здесь был летающий змей, то должен быть и храм, а также старейшина, который даст им наставление. Нифига себе, он спустился к нам. Но близко к нему не стоит подходить. Камнеед, камнеед, где-то здесь. Вот прям вот. Пещера! Сейчас мы найдем здесь много полезного. О, прям слишком глубоко упал. Вон пыльцу, например, надо собрать. Ух, сколько здесь пыльцы-то. Ты гляди. Забрать. Все забрать. Ничего не оставлять. Нам все нужно. Пещерка глубокая, я тебе хочу сказать. Вот. Кто у нас будет камнеедом? У кого камни, тот и будет. Сейчас посмотрим инвентарь. Значит, гом. Вот он, гомчик у нас. Пойдем. Ух ты, сколько здесь камней. Вот он. Вот он, камнеед. Надо сбить его водичкой. То слишком высоко для нас. Давай, падай. Есть. Ну все, мы вернули эту способность. Теперь можно жрать камни. Конечно, я бы больше камнеедов сделал. Но сколько есть. Че жаловаться-то? Значит, собираем и перерабатываем. Камни сверху тоже надо сбивать. Без пузыря, конечно, сложновато. А еще главное, воду бы всю не просрать на сбивание камней. Ну все, здесь закончили. Пойдем в другую часть пещеры. Посмотрим, что там. А я уже вижу там пыльца. Ее достаточно много. О, трибумчик. Ты че тут, бедненький, замерз? Гведжи. Ну ладно, давай заберем тебя. Че бы нет. Нам нужно пополнение. Только единственное, я тебя назову по-другому. Тимон. Тимон. Пумба у нас есть, будет и Тимон. Почему бы и нет? Ты принят. Кстати, а Пумбу у нас сажали или нет? Он у нас в коллективе. Тимон. Пумба есть. Отлично. У нас полный состав. Решил заглянуть в дерево мутаций. Смотри, что нашел. Мутации, которые неблагоприятные. Их тут целых 4 штуки, оказывается. Четвертую я еще не нашел. Вот эту мы с тобой видели, слабые глаза. Это гневный хобот. Тоже видели, без ног. Тоже видели, еще в бетке. И вот тут вот начинаются способности, которые нам какую-то классную мутацию дают. Ну все, выбираемся с этой пещерки тогда. С чувством выполненного долга мы выбираемся с этой пещеры. Почему с чувством выполненного долга? Потому что мы ее зачистили полностью. Все забрали. Ребят, а где четвертый? Он мне нужен его третий глаз. Капец, куда пухлый-то делся?
Ну ладно, пофиг, давай чуть-чуть отбежим от пещеры, может он появится. Давай в сторону змея тогда пойдем. Змей нас запалил, и мы начинаем электризоваться, это очень плохо. Чем ближе мы к нему подходим, тем больше вероятно, что нас шибанет сейчас. Очень-очень больно. Ребята, уходим, уходим, уходим. Оу! Нормально нас раскидало. Надо пожрать что-нибудь восстановительного. Так, а где пухлый? Я вот понять вот это не могу. Вот он, Тева. А где, куда? Куда он делся-то? Короче, пришлось перезапускать игру, потому что Тео куда-то вообще заныкался конкретно. Так, Тео, ты мне нужен, чтобы найти следующие мутации. Вот орган языкохвата мне бы не помешал, но я знаю, что мы его так просто не найдем. Затвердевший орех будем искать, который позволяет нам надуваться. Так что давай, ищи орешечек. А я буду здесь блуждать пока. Заодно возьмем еще один глаз. Возьмем или... О, смотри, он закокошил другого мелкого. А это значит, что, возможно, там будет мутация. Здесь он не к нам идет. Третий глаз еще хочу забрать. Сейчас я попробую это сделать. Давай. Черт, нет, к нам идет. Убегаем, ребята, срочно-срочно валим. В круговушечку. Фига себе, он бегает, он все рушит на своем пути. Где-то здесь мутация должна быть. Мутация, вот она есть. Офигеть. Отлично. Все, комбинатор у нас в руках. Чешем отсюда. Как будто мои молитвы услышал небесный трибун. Кто у нас будет бомбилой? Тимон. Тебе достается эта способность. И ему же еще достанется третий глаз. Еее, тело комбинатора. Мы снова в теме, мы снова можем бомбить. Я вот честно хочу завалить вот этого здоровяка, но не знаю как. И хватит ли мощи моего комбинатора. О-о-о. Орех, аэроорех, мы нашли его. Круто. Искал материалы для снарядов и нашел. Вот этого пупсика, может, сейчас бомбанем? Ну давай, прыгни, только попробуй. Только попробуй. Он, конечно, не очень агрессивный. Ну-ка, убегайте, ребят, убегайте, убегайте. Есть. Он упал, стреляй в него. Получил! Тос. Ой, и моим тоже досталось. Офигеть. Есть какая способность? Покажите, нету. Нет никакой способности. Что-то забоялись все. Ну чё, пойдем аэроорех возьмем. Он нам очень нужен. Так, кого бы в аэроорех? Пухляш. Ладно, одного медика Колобка именно мы превратим в летающего чувачка. Давай, забирай. Ну же. Есть. Есть, есть, есть. Ломаем этот орех. Ага, чудесно. И пока к нам не подошли, надо отсюда валить. Желательно взлетать. Давай, мутируй быстрее. Быстрее мутируй. Быстрее, 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 быстрее. Все. О, медик остался, еще и он и надуваться будет. А это очень круто. То, что нужно. Ну что, у меня тут пачка снарядов. Конечно, можно было бы как-то оставить свой отряд здесь. Потому что, когда нас огромная куча, мы более уязвимы. Вот эти грибочки еще тоже заберу. О, бежит, 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 бежит. На тебе. А ему по... Я его загасил. Офигеть. Офигеть, просто. Есть что? Вот это что такое? А, вау, очень больно было сейчас. Я могу это собрать или нет? Так, стой. Инвентарь, где эта штука? Вот сюда, чуть не переработали. Орган, с помощью которого языкохват плюет кислотой. И кто же у нас будет плевать кислотой? Пумба. Почему бы нет? Пумба уже перерабатывает это все дело в воду. Надо скорее. Пумба. Мне нужна вот эта штука. Давай, кушай. Я честно думал, что я не завалю, он слишком огромный. О, да. Токсичный хобот позволяет трибуму выплевывать тонкую струйку ядовитой жидкости. Ну что, пойдем на кого-нибудь попробуем, что ли? Эй, друган, ты будешь моим подопытным. Я хочу проверить, как у меня струя тут бомбит. Короче, зажал бугая и, прикинь, задавил его кислотой. Ха, офигенно. Ну и вот его способность. Гом, значит, берет вот эту штуку. Пригодится на черный день. Знаешь, какая идея мне пришла, когда у меня появился токсичный хобот? Наконец-то запулять птичку. Вот с хоботом можно реально ее подбомбить и посмотреть, даст ли она нам что-нибудь. Ну что, мы возле змея. И к нему, я думаю, подбираться стоит. Я даже не знаю, как, если честно. Там все сложно.
Он нас может реально закуролесить, закокошить. О, розу голубую нашел. Прикольно. Как-то через пещеру бы к нему подойти, но нет. В прошлый раз я напролом просто бежал, спрыгнул в пещеру, и все как бы обошлось. Надо будет еще раз пересмотреть свой старый ролик, как я боролся с воздушным змеем. Ну а на сегодня, я думаю, это все. Если понравилось, то не забывай ставить лайки и подписываться, чтобы не пропустить следующего ролика. Ну а мы с тобой увидимся и услышимся именно в нем.